Сейчас мы попробуем снять ночную панораму при помощи объектива Tamron 24-70. Этот объектив обладает уникальной системой стабилизации, не дает рефлексов и ореолов в виде звездочек, и к тому же у него достаточно большая светосила 2,8. Итак, мы видим, что солнышко уже опустилось за горизонт, и у нас есть буквально 20 минут для того, чтобы сделать красивые кадры. Сейчас освещение выравнивается с яркостью неба, и мы можем сделать очень красивые, интересные кадры.